Ребят, я первый раз вижу водопад своими глазами. Вы можете ознакомиться. Waterfall. А вот здесь уже есть туристы. Это просто нереально долгая дорога. Вау! Нифига себе! Бро, what is this? Celebration? No, ceremony. Ah, ceremony? When people die. Who is dying? I don't know. В общем, кто-то умер. И так проходят похороны на Бали. Вообще, вот до этой. Супер трафик. Из-за этого такая большая пробка. На этой горе нереальные пробки. Очень много народу едет на водопад. Просто нереально много народу. Димаш говорит, что сейчас нужно снимать видео. Сейчас я вам покажу. Они люди, все, кто здесь живет, местные жители. Счастливые местные жители. Беззаботные, я бы сказал. Трафика нету, дорога пустая. Можно спокойно, свободно проехать. Вокруг только пальмы и другие деревья. Обратите внимание, что дорога мокрая. Соответственно, здесь был дождь. Но мы ехали из Денпасара, и дождя не было. Заметно чистый воздух. Очень легко дышится. Чистый и насыщенный. Вот. Вы можете ознакомиться. Waterfall. А вот здесь уже есть туристы. Вот, мы приехали на такую стоянку. Ой, блядь.
После часу езды я просто не чувствую своих ног. How are you, bro? After one hour road. I'm strong. You strong? Show me your muscle. Красавчик. You can drive. Thank you, bro. Yeah, I can drive if you want. I can stay at home. В общем, чтобы попасть на водопад, нужно заплатить деньги, купить билет. Сейчас посмотрим, сколько билет стоит. Один билет стоит 30 тысяч. О, нифига. Окей, бро, tell. When I was here for the first time, this place is free. When I'm going here with my American friends, it's free. I don't need to pay for interest. But the second time, I pay, but less. It's more cheaper than now. Maybe just for donation, just 10,000 or 15 for 2 person into the parking area. And now, maybe because people always going here and this is a famous place, really famous place, so they put high price, like 30, I don't know in dollar how much, for 30,000? It's on $2. $2 for 1 person. For parking, just 2,000. Yeah, this is Bali. I'm so в общем, сейчас мы спускаемся вот по вот этой каменной тропинке, самый низ. Вот, помимо нас тут еще есть люди, тоже туристы, может быть, приехавшие из Джакарты или откуда-то еще. Ребят, короче, сейчас шел по дороге, увидел эти бананы и еще вот такую хрень. Я не знаю, что это такое, но я вот эту штуку возьму с собой, а бананы еще пока зеленые. Вот, не знаю, позже я разрежу и узнаю, что это за фрукт. Но если кто-то знает, можете писать уже комментарии. Я вообще первый раз в Индонезии. Эй, бро, what is this? Banana. Papaya. No, I'm you joking. Can talk for video. What is this, bro? It's papaya. Baby's papaya. Okay, what is next? They will grow up and change the color to be orange. Orange and green they mix and then you can eat papaya. But now you cannot eat. It's not tasty. I mean, I can bring at home and wait time for I guess not. Not? Okay, bye. Okay, bye. We can buy in the market. Это просто нереально долгая дорога. Вау! Ебать, как скользко! Я чуть не подскользнулся. В общем, ребят, тут после дождя очень скользко. И в такой обуви бежать вообще небезопасно. Но я бегу. Димаш там где-то уже еще далеко. Вокруг никого. Только кукушка. И вот такие вот домики, где можно отдохнуть. What? I hear. I hear waterfall. Я слышу звуки водопада, ребят. Мы уже рядом. Waterfall. I guess it's just river. Я надеюсь, мы недалеко. Вот есть такие опознавательные знаки, чтобы вы не заблудились. Мне кажется, I think you tell for horror people, yeah? Horror. That you can see there. Нифига себе!
Вы, наверное, не видите, но я вижу. Блин, скользко, конечно. Там просто огромный водопад. Блин. Сейчас я вам покажу поближе. О боже! О боже, вот он! Мы нашли его! Вот так это все выглядит. Офигительно! Ничего себе! Ребят, я первый раз вижу водопад своими глазами. Ребята! Первый раз я вижу водопад. Отсюда еще шикарнее вид. Посмотрите, какая красота. Офигенно. Настоящий водопад! Не то, что у вас там на фотографии. Сейчас я попробую поплавать в этом водопаде. Бать, вода холодная. Вода просто ледяная. Короче, здесь не особо глубоко. Ха-ха-ха. Сейчас. Я даже не знаю, куда лучше подойти. О-хо! Холодно, мать его! Сейчас я полезу сюда, под большой водопад. Там поопаснее будет. Опа, брат. Мы сделаем вот так вот. Бля, не знаю, подсюда получится у меня, нет? Я покорябал свое брюхо.
сука! Подписывайтесь на канал Work and Travel! А вот здесь так много цветов, очень классно. Это... Ребят, вот что здесь растет. Я случайно заметил. Маленький перчик чили. И все, все, что здесь было. А еще я увидел вот такого зверя здесь, которого кто-то пасет. Привет! Привет! О, какой ты большой! В общем, мы остановились. Ну как остановились? Димаш остановился, чтобы я сделал фото. Вот я вам хочу показать, как здесь отсюда. Какой отсюда, отсюда прекрасный вид. А вон, видите еще? Нет, наверное, не видите. В общем, помимо меня, здесь есть еще вот такие вот звери, которых прикармливают постоянно. В общем, здесь все останавливаются, чтобы посмотреть на обезьян, либо покормить их. Вот они какие опасные. Но близко к ним лучше не подходить. Они могут накинуться и укусить вас очень сильно. Вот, а нам пора ехать дальше. Вот сколько машин, постоянно какой-то нереальный трафик. Вот, будьте аккуратны.